Я пришел на тренинг, турнир по вебинарам 3.1 к Алексу. В большей степени, наверное, для того, чтобы попробовать, а что я смогу в этом бизнесе сделать. Я достаточно долго работал в реальном бизнесе, и есть достаточно хорошие успехи. Самое страшное было, наверное, то, что не получится. И как обычно бывает, если мы чего-то боимся, что-то обязательно не получается. Буквально на второй день тренинга я заболел и полторы недели пропустил. Казалось, уже все потеряно, но преодолев страх, что ничего не получится, мне удалось абсолютно с нуля за оставшиеся полторы недели сначала набрать первую, очень маленькую, казалось бы, базу, всего лишь в 38 человек, и установить новый рекорд, продав им на 24 тысячи рублей. Потом, сделав еще одну попытку, я пробил планку в 100 тысяч рублей. Оказалось, все достаточно легко. Больше всего людей останавливают страхи. Если этот страх преодолеть, что не получится, что я не смогу, турнир показал, что можно достичь многого. Сейчас турнир ЦИА объединяется для того, чтобы пробить новые планки, а я себе ставлю планку уже в миллион в следующем месяце. Спасибо, Алексей.